Ну вот смотрите, ребят, мы поймали вот такую вот рыбу, и теперь самый главный московский браконьер собирается ее отпускать. Я ему говорю: Сань, не отпускай, мы ее сегодня пожарим прямо в номере. Он говорит: нет, золотая рыбка уже исполнила наше желание, и мы ее отпускаем. Ну что? Красавчик. Травит многовато, правда? Да, вот прям, ну, немножко в воде ее, чтобы помыть, забрать. Ты, главное, сам не помойся, Сань. Харе каркать! Ну да, карие глаза, сам знаешь, они такие. Она уплывет все равно, мне кажется, или что? Или отдохнуть надо сперва? Спортивная рыбалка. Спортивная рыбалка? Ты учишь плавать ее, да? Такую отпускать. Там только садка, не надо всех подряд отпускать. Да, он, смотрю, рукой-то уже в садок полез. Вот я же зачем я говорю. Все, плыви, плыви, детка. Красавцы. А то это понятное дело, карму чистит. Да. Лучше грязное или кровавое лицо, чем будет. Ну все, плыви, рыба. Она сейчас должна нам своих друзей позвать. Там, говорит, да, ну, да, не то, знаете, там, говорит, наливают, да? А, да-да-да. И выпускают. Наливают и выпускают, да. Надо было налить. Нет, мы сейчас за пойманную это самое нальем как раз. Не, ну тут, как говорится, вообще достойный, достойный земля. Их удовольствие такое. И тянул ты его хорошо, да? Да, 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 да. Хорошо, да. Хорошо пошел, он прямо вот просто удовольствие.